И всем привет, меня Александр Новас. Сегодня играю в Call of Duty новый. Я думаю. В общем. Пофиг на этих зомби, давайте снимем такой видеоролик пока что. Потом перейдем уже к зомби. Раз я здесь, давайте я сразу сниму видеоролик. Блин, как ты замал мочкануть. Ой-ой-ой. Сбрасываю бомбу, Эйзен. Все, спасибо, груз давай. Уже в пути. Держите зону высадки. Хватчик вылечил. А, сам легко. Сам легко. Где был пул? Блин. Говно на говно. Работаем по цели. Ага, я не успел. Так, ладно. Тихо, побежали. Тихо, тихо, тихо. Блин, своего попал. Fuck you! Давайте, побежали. Ой. Так. А, никого вообще не мог. Вот мы еще один. Координаты приняты. Работает основная батарея. Граната. А, я даже не понимаю, где они. Я не знаю, это правда. Я первый раз на них играю. Куда бежать? Блин, я не то сделал. Нет, это не то. Пофиг. Может не то, может то. Но убили меня. Так. Да я. Вообще неуместно. Вообще с этих оружий я вообще играть. Замечен вражеский разведчик! Можно еще повтор смотреть, как я убил. Сейчас убью. Автомат. Пошлите, у меня автоматик какой-то. Вот такой. Вот об этом я и говорил. Разведчик. Они в медпункте! О нем я и говорил. Тихо, тихо. Я смотрю. Заходим. Тихо, тихо. Сядь. Захожу. Я его ранил. Так. Разведчик вылетел. Мы следим за ними с неба. Перехватчик воздух. Работаем по самолетам разведчиков. А, я так и не понимаю, как это делать. Ладно. Два человека всего лишь. Но это стоило того, ребята. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. И пишите комментарии под видео. И что бы еще сказать такое? Ждите новых видеороликов по Call of Duty, и они будут точно. В общем, всем удачи и всем пока!